Всем привет, ребят! Ну что, мы сегодня на аккаунте моего подписчика с ником Нефилим. Вот такой вот интересный ник находится. Он в гильдии... Где там в гильдии? Лунный свет, тоже знакомая гильдия. Не раз стыкался. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, вторые места битвы гильдии. Атака фортов, БГ 0 кик. Вступить, WhatsApp. Вас на экране видно. Так, нуждается в активных игроках. Поехали, давайте бесплатку им условим имбу, циклопа. Поехали, посмотрим на аккаунт. Донат, не донат. Немножко грешит. Совсем чуть-чуть. Такой вот аккаунт. Ну, не знаю, что мы... Что нам надо тут сейчас выбить, я даже не знаю при таком донате. Ну, наверное, он был умеренный. Да, последних героев, как видите, оуту тут... Всех последних героев практически нет. Риппет, Ледяха, Командора. Так, все остальное, я так понял, есть. Ну, что-то мне третий аккаунт с такими самоцветами. И надо что-то реально заоблачное выбить. Надеюсь, хоть что-то интересное мы сейчас вытащим. Так, поехали. Посмотрим, что у него тут есть на аккаунте вообще. Так, это старые школы, понятно, все с Берсом. Он его даже не трогает, не перекачивает. Берсовые герои. Так, разруха, бывашка. Да, однозначно старенький, умеренный донат. Так, Анубис, ну, относительно все. Очень и очень даже неплохо. Так, тыковка топовая, череп. Да, я вам скажу, хороший аккаунт. Есть чем побегать, поиграться. Райкопакт. Так, вот оно, вот оно, вот оно, оживо, то, что надо. Да, хороший аккаунт, силы, конечно, не так уж и много, но действительно достойно. Так, хорошо, поехали, начинаем. У нас такой вот коллекционер. Будете вы видеть его у меня на канале целую неделю. Так, что интересного нам надо? Ну, конечно же, надо... Любить топовых героев. Поехали. Let's go. Посмотрим, как оно зайдет. Не зайдет. Я думаю, должно зайти. Ведьма. Хорошее начало. Седна. Паладин. Гаргул. Ну, тут леи хоть падают. По сравнению с предыдущими. Но такое чувство. Там, где падают легенды, там хрен выберь что-то интересное. Так. Леди Лео, Рину, ну, уже навыбивали имба героев. Давайте до 50. Это, конечно, Королева Гарпи, Душек, Королева Гарпи. Ну, тут какой-то Асурик, зачарованный аккаунт. Асурик у него есть, по-моему, если я не ошибаюсь. Да. Герои, конечно, классные упали. 4 всего лишь слизня собрали. Интересно. Сейчас на секунду гляну. Да, Асура у него есть. Ну, поехали в рейд. Та-та-та. Можно у него выбить вот этого героя с расстановки. Так. Это там у него необиваемая фрей. Поехали. Одер сразу же упал. Ну, рандомчик, давай. Душегуб паладин, сердцеедка. Ну, у него прям прет ему на этих героев. Атлант. Командора, вот наконец-то. Ну, что, поздравляю. Первый недостающий, офигеннейший герой. Я показывал его уже у себя на обзоре. На максимальной прокачке. Очень понравилось. На битве гильдий, на подземках. Супер. Let's go. Поехали дальше. Давайте до 35к и опять спустимся. Надо слиться. Так, Валентина, добрый вечер.
Бульдозер, Дракос. Так, где легенда? Давай легенду уже. Ну, посмотрите, что делается. Опять Вальку дала, ну. Валька рыцарь тьмы. Я офигею, что-то, блин, так плохо начали падать. Надо слиться. Да, печально, печально начали падать. Да, Угник соживай, конечно, кайф. Смотрите, там уже люди... Нет, у него такой Лазули, я что-то подумал, люди уже вообще на русском зажрались. Лазуликсов в тотемы пихают. Ну давайте, добивайте моего... Не добили, окей. Ну-с, приступим дальше. Одного хоть недостающего вытащили, это радует. Сноу. Друид Кенди, ну ему просто прет на этих героев, которые среднего класса. Ничего не могу поделать, надо врубать админ панель походу. Так, Рину. Вот так вот, ребятушки. Говорил, надо врубать админ панель. Ну что, поздравляю, еще один недостающий, обалденнейший герой. Так, смотрим. Да, это она, ребят. Это именно оно. Let's go дальше. Малышник. Студеный. Ну, рандомчик, давай, поднапрячься. Надо. Бульдозер. Фараон. Варлок. Асура упал. Еще один. Смерть. Так, окей, понятно. Идем сливать Огника. Ну, что могу сказать? Неплохо. Очень-очень даже. Блин, да никуда не зайдешь. Везде эти тролли с единами. Жесть какая-то. Так, ну что, вы его убьете или нет? Печально, они его убивают. Наконец-то. Ну все, финишная прямая. Два героя есть, надо еще одну имбу вытащить. Мы студенных соберем. Пожалуйста, еще одна имба. Не зря сидели, втыкали. Так, бульдозер. Так, и что у нас со слизнями? Ну... Есть, ребятушки, собрали. Собрали все, выбили недостающих, это радует. Так, последних 2,5. Надо имба. Да не Афина, нам надо был ледяной. Ну что, поздравляю. В принципе, очень-очень даже хорошо. Удачненько. Третий аккаунт был собран. Так, хорошо. Собрать, собрать, собрать. Убрать. Все награды собрал. Да. Так, окей. Ага, смотрим. Подарки наши. Бум. Хранитель такой себе. Так, есть у него все. Панчбокс. Есть у него панчбокс. Смотрим сюда. Вот так вот. Воздушка, офигеть.
Вот это круто. Тоже крутая эмблемка. Так, а что у него тыковка тут исцеление? Ну, плюс водушка будет максимальная. Вообще супер. Поздравляю. Поехали, пооткрываем недостающих. Командора. И мохнатка. Так, отлично. Командора смотрим. Жесть. Так, я говорю, командора, мохнатка. Ну чё, поздравляю. Вот такой вот, ребятушки, у нас роллинг. Пишите в комментах лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.